Да, вот пришла пора добраться до него. Но не могу я его раскрутить. Посмотрите. Обычно со временем болтается, все разбалтывается. Здесь туго. Даже когда перекрываю, давления нет, сбрасываю, все равно так же туго. Раскрутить не могу. Сейчас буду ключ шлифовать. Вот, когда раскручиваете фиксатор, положите в раковину на всякий случай тряпочку. Ну, чем-то заткните, чтобы он туда не упал. Хотя полностью откручивать не надо, надо просто выкрутить чуть-чуть его, чтобы она снялась вверх, и все. Полностью откручивать фиксатор не обязательно, совершенно. Вот, ну это вот обычно пластиковая на дешевых смесителях. Не смог открутить, горелкой боюсь. Но это тоже греет, дай бог. И смазываю, чем только, и жидким ключом, и ВД-40. Открутить не могу. Сейчас ключ шлифану, чтобы острые грани были. Потому что здесь очень маленький. Перегреть нельзя, потому что пластик внутри. Буду пробовать, но это что-то. Лена, подержи вот это. Ой, когда работаю вот с раковинами, что-то делаю, всегда сюда лучше большую тряпку положить или полотенце. Не только потому, что можете что-то уронить, это ладно, а то, что можете уронить ключ. А если полотенце будет лежать, какая-то вещь, то... Смягчит. Да. Короче, вот пока не нагрел как следует, и пока не обстучал слегка, вот все, не трогалось с места. Ура! Мы открутили ее. Это что-то, конечно. Но этому смесителю, он здесь стоит 4 года. И до этого стоял лет 5 в Москве. Тот он хорош. Просто перетянута была гайка. А так все. Здесь уплотнители силиконовые, уплотнения. Все в порядочке, все. Вот посадочные места здесь. Холодной воды чистенько, а вот здесь все закольцовано, кальций, ну, известь. И излив тоже весь известь. Я взял миленькую наждачечку и вот так вот, или вот так. Ну, короче, я уже сделал это. Теперь нужно будет промыть под давлением. Ну, то есть, не просто сюда наливать воду, а накроем тряпочкой и промоем сюда вот. Все шероховатости, все убрали. Здесь чисто абсолютно. Посадочные места чистые. Вот я опять беру, пока у меня нету, жду силиконовую смазку. Это очень тоже густая. Вот. И тоже она водой не смывается. Вот эти вот должны выемки попасть и встать там мертвого. Так, встали. Тоже и эту тоже смажу, потому что, ну, я еле ее открутил. Это с третьего раза. Я уже пытался месяц назад это сделать, несколько месяцев назад это сделать, ничего не получалось. Открутить не мог. Так, сейчас мы ее...
конечно, вот была бы накидной ключ такой здоровый. Или головка. Ну, головка нет, накидной бы такой. Был бы рожковый для таких целей. Вот, сейчас буду открывать и смотреть. Сильно тянуть не хочу. Сейчас открою и посмотрю. Вот я на 10 минут оставил сухую бумагу, чтобы посмотреть, нет ли подтеканий. Нет, подтеканий нету. У меня сейчас на максимальном давлении. У меня максимальное давление где-то 3,1. Вот. Ну, у меня скважина. А у вас может быть и 4, и 5, если у вас квартира. Вот. Так что имейте в виду. Главное не перетягивать. Ну и нафиг. Нет, ну важно, чтобы и не протекало, и не перетянуть. Ну вот эту декоративную гаечку. Накладочку. От руки. От руки закручиваете и все. И потом уже. Ну, сейчас перекрою вот, чтобы не тянуть нормально. Ну, хоть все время догадаться.